Наверное, вряд ли найдется более азартный вид отдыха, как коньки. И потому после работы, несмотря на усталость, молодежь пришла на лед. Эти заезды стали своеобразным подарком к Новому году для лучших работников оренбургских предприятий. Катание на коньках продолжалось несколько часов, совершенно бесплатно. Это очередное мероприятие, где мы просто встречаемся, общаемся. Ну а настоящим сюрпризом стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Они провели веселые конкурсы, дарили подарки. В округах Оренбурга не прочь повторить такой праздник на льду. Достаточно правильный опыт. Я думаю, что его нужно только еще укреплять и укреплять. И не только по этому виду спорта, но как можно и во всех других, чаще собираться. Они пришли своими семьями, пришли своими детьми именно для того, чтобы вот этот здоровый образ жизни, задор жизненный перешел именно в этих людей и в дальнейшем на весь 2013 год. В новогодних покатушках приняли участие около 300 сотрудников оренбургских предприятий. Впрочем, уже сегодня выйти на лед могут все оренбуржцы. В городе начали заливать катки. Только в Северном округе их будет 44, из которых 12 откроют на объектах образования. Екатерина Тихоненко, Вадим Доминов. Наше время.